Всем привет! Продолжаем смотреть картины художников. Сегодня мы немножко посмотрим картины Эдмунда Блэр Лейтона. Английский художник, писавший в стиле романтизма и прерафаэлитизма. Данные беру из Википедии. Лейтон был сыном художника Чарльза Блэра Лейтона. Был утонченным мастером, создающим тщательно прорисованные картины. Не оставил по себе дневников, и хотя выставлялся в Академии более 40 лет, никогда не был ее членом. Лейтон писал в историческом жанре, отдавая предпочтение темам средневековья и эпохи регенства. Его картины, особенно работы «Аккалада» и «Вышивание знамени», являются эталоном данного направления в искусстве художников-прерафаэлитов. Восприятие автором прекрасного романтического прошлого оживает на полотнах. Наверное, так и должен выглядеть визуальный язык, проникновенно открывающий нам замечательные истории, запечатленные маслом на холсте. Родился Блэр Лейтон 21 сентября 1853 года в Лондоне в семье художника, как я уже говорил, Чарльза Лейтона. Всю сознательную жизнь художник посвятил написанию картин на исторические темы. Работы отражают его ностальгическое видение романтического, изящного, галантного прошлого. Главной темой его творчества стала эпоха Средневековья и регенства. Однако встречаются и другие исторические сюжеты. Одним из главных отличий Блэра Лейтона от других художников-прерафаэлитов является особое внимание к деталям. Его картины прекрасно прописаны и выглядят завершенными. Образование получил в университетском колледже, позже поступил студентом в Королевскую академию. Женился на Кэтрин Нэш. У них родилась дочь. Лейтон был коллекционером антикварных музыкальных инструментов, старинных предметов искусства и мебели. Жил на Приори Роуд в Лондоне, где и умер 1 сентября 1922 года. Вот что было написано о нем после его смерти. Смерть господина Эдмунда Блэра Лейтона 1 сентября удалила из нашей среды художника, который, хотя и не достиг высших высот искусства, тем не менее сыграл выдающуюся роль в оказании помощи общественному сознанию, в признании романтики, связанной с древностью, и осознании общности человечества на протяжении веков. Ну, вот и все, что мне удалось найти о Эдмунде Блэре Лейтоне, английском художнике, писавшем в стиле романтизма и прерафаэлитизма. Все, пока-пока. До свидания, смотрим картины.